Брюле. И выход 1-1. Бутузов. Бутузов. И все-таки Красиков. Даже и добивания там были. Алексей Красиков не позволил отличиться Бутузову. Чистый выход 1-1. Владимир Бутузов мог свою шестую шайбу в сезоне забрасывать, но там Алексей Красиков. Чуть-чуть притормозил даже Бутузов, да? Вот она, видите, шайба там под щитками вратаря Сибири. Мне уже тоже не хватило там, чтобы четко сыграть акцентированное добивание Бутузова.